Привет! Сегодня мы поговорим про партитивные глаголы. Как вы уже, наверное, знаете, это глаголы, после которых объект обязательно ставится в партитив, хотя в русском варианте предложения могут стоять самые разные падежи. Вот пара примеров очень употребляемых партитивных глаголов – «одотта» – «ждать» и «этсе» – «искать». Moi, missä olet? Olen bussipysäkillä. Odotan bussia. Mitä sinä etsit? Etsin puhelinta. Se on ollut jossain tässä huoneessa. Эти случаи легко объяснить. Эти глаголы описывают процесс. Я жду автобус. Процесс ожидания. Я ищу телефон. Процесс поиска. Вот несколько других глаголов, которые также описывают процесс. Minä arvostan säännöllistä palkkaa. Me odotamme bussia. Minä etsin puhelinta. Mikko rakastaa vaimoansa. Обратите внимание на суффикс «нса». Используем его, чтобы уточнить, чью жену он любит, чтобы случайно не перепутать. Yritys mainostaa tuotteitaan. И снова суффикс, обозначающий принадлежность. Me opiskelemme suomea. Veljeni harrastaa luistelua. Perhe katsoo hauskaa elokuvaa. Kissat vihaavat koiria. Opiskelijat kuuntelevat musiikkia. Kalle pelkää pimeää. Kalle auttaa Maijaa läksyissä. Me juhlimme syntymäpäivääni. Другая группа глаголов описывает не просто действие в процессе, а умение. Когда вы умеете что-то делать, это тоже процесс, ведь ваше умение так просто не закончится. Например, глагол «soittaa» – играть на каком-то музыкальном инструменте, или «pelata» – играть в какую-то игру по правилам. Poika pelaa jalkapalloa. Kaverini soittaa kitaraa hyvin. И еще один суффикс. Переводим как «мой». Minä käytän omaa tietokonettani. И последняя группа – это слова и выражения, которые трудно выделить в одну группу с единым объяснением. В каждом случае будет отдельное объяснение. Me löimme vetoa pelin voittajasta. Maija tervehtii naapuriaan. Maija löi Kallea. Hätäkeskus varoittaa ihmisiä yleisestä vaarasta. Про суффиксы, которые вы видели, мы поговорим как-нибудь отдельно. А теперь отдельным списком глаголы, которые были в этих фразах. Odottaa. Etsiä. Rakastaa. Katsoa. Opiskella, pelata, pelätä, kuunnella, harrastaa, käyttää, soittaa, auttaa, arvostaa, lyödä, mainostaa, vihata, tervehtiä, varoittaa, juhlia. В принципе, не так уж и много этих глаголов, и их вполне под силу выучить. Удачи вам в освоении финского языка, а я постараюсь помочь в этом. Оставляйте комментарии и пожелания, и нахрен тас!